Приветище! Это, наверное, симулятор, и, скорее всего, сегодня будет последняя серия. Ведь делать здесь больше уже нечего, кроме как встречать октоберфестовских алкашей, барышень прекрасных, гонять бабулек, давать всем вот... А что у тебя? С кого-то камни вообще вальца? Вонючие чуваки ко мне пришли. Ну вот... Пошли отсюда! Уходите! Уходите отсюда! Мне не нужна ваша репутация. Вы тут камней накидали, с вас песок сыпется. Бабуля, ты-то что хочешь? Денег тебе дать? Позолотить 15 монет? Ну, держи. Спасибо, душенька, я всем расскажу, что ты такой хороший. Вот и здорово, вали. А то мне тут еще убираться нужно, камни, вот это, следы все. О, да тут не только камни, помидоры, бумажки. Мясо, 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 господа, пожалуйста. Мне срочно вам нужно раздать по большому количеству мяса. И вам здесь никому не надо. Заказывайте мясо. Пойду посмотрю на знать, как у них тут дела, а то про знать-то и забыл, а что тут? Сыр нужен вам? Вам сыр не подали? Да, знать, походу, у нас не в почете. Обслуживают в основном простых людей. Видимо, феи от знати тоже не в восторге. Пальцы гнут и неподобающе себя ведут. Но есть у знати один прекрасный плюс. Они все вкусно пахнут, и вонючек здесь нету. И никто не мусорит, кстати. Ну, вот, чтобы кто-то зашел, вот так вот с кого-то камни, помидоры выпали. Такого нет. Ну, держите ваше вино, месье. И вот вам еще. И сюда, конечно же. Суп! Срочно нужен суп! Почему не подается суп? Бегу, 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 бегу. Горяченькое вам на стол. И вам-то... А, тут уже... А, нет, тут колбасу подали. Вы суп... Нет, вы эль хотите. У меня только супы сейчас. Прошу прощения, вот. Эль, сейчас вам поднесут феи. Что ж, пришло время приготовить отбивные. Прекрасные, великолепные стейки от грязного пупка. Конечно же, отбиваем. Все по красоте. И... Очень плохо прожарил одну сторону. Ну, будет, значит, medium rare. Надо еще приготовить, еще у меня там есть мясо. Надо же было так лохануться, не? О, а этот кусман вообще великолепно просто. А что тарелки так странно разложились? Ладно, пойду посмотрю, что у меня тут. О, алкашей понабежал-то сколько. Сейчас побыстреньку напоим их. Держите. У вас, кстати, тут крендели есть? Ты куда встать-то хотел? Сбежать уже надумал, да? А я успел. Найти вам, а ты тоже хотел уже уходить? Суп, суп, суп. Я забыл совсем про суп. Там феи справятся. Закидываем ингредиенты. Ингредиенты мимо, мимо, все мимо. Верчу, ворчу, супец варю. Перфекто. Бегу к знати, потому что знать вообще никто не обслуживает. Феи что-то их недолюбливают. Там еще надо столы здесь поставить. Столы, столы, значит, вам вино, 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 вино. А вина-то и нет, поэтому и не обслуживают. Как же это тупо, когда никто не может налить вино, кроме меня. Так, я не понял, а что здесь никто никого не обслуживает? Эль стоит. Надо лишь только раздать. Держи ты свой... А, он суп хочет. Я не привык, что за стойкой сидят чуваки, которые хотят суп. Держите, месье. Наслаждайтесь вкуснейшим супом и запахом перегара от соседей. Опаньки! Здравствуйте, здравствуйте. Давненько вас не видели. У меня тут для вас уже сковородочка приготовлена. Сейчас я из вашей рожи отбивную-то сделаю. Беги, пока можешь. Тряси своими кетлитосами. И чтоб твоей души здесь больше не было. Товарищи нажрались и уходят. А здесь у меня... Два Октоберфеста. Ребятки, ну так не дело. Тут другие хотят тоже нажраться в зюзю. А вы места занимаете. Ты тоже давай отсюда съешь. Ах, крендель. Какой, а? Чуть хлебушек не уронил. Все, валяйтесь. Куда второй-то улетел? Где второй? А, вот он, вот он. Сейчас мы тут это, фотосессию устроим. Чтобы с утра им показать и стыдно им было. Вот, вот, вот так вот. Вот так вот, ребята. Нажрались, теперь будете знать. Фоточек сейчас понаделаю. Пойду, проведу, как там узнать. И деньги тут на полу валяются. Надо пройтись, может, еще что где-то найду. Здесь на столе лежат.
Вроде бы по полу больше ничего. Эй, знать, есть тут кто, а здесь и никого. Ладно, раз никого, я лучше сыр тогда нарежу. Потому что за меня-то это никто не сделает. И кренделёк надо поправить. Положи здесь. А, кстати, а что если я его прямо на табуретку поставлю? А ножик вот сюда вот так вот. На пике точёный кто-нибудь сядет? В комментариях мне писали, что вот этих ребят, точнее у барышень, можно спереть бочки. В прошлый раз я это забыл сделать, но сейчас я это сделаю. Последний кусочек мяса. Даже 3 штуки последних, которые я сейчас донесу, и у нас будет новый уровень таверны. Да, пожалуйста. Повысить свою репутацию. Да! Я же это сделал, я репутацию повышал. Вот, новый уровень таверны. Да! Все, наконец-то новый уровень таверны. Как долго я к этому шел, это же просто ужас. Я постарел за это время. Значит, осталось 2 таверны, в которых мы можем что-то улучшить. А следующая, 10-я, тут только фея-помощник, как бы, и все. Вот, давай посмотрим. Значит, в 8-м левеле у нас увеличится место. То есть, вот где камин, у нас чуть больше там места, я так понял, будет. Или здесь будет больше места, где у меня шкафчики с книжками стоят. Добавится, значит, новый клиент, новая мебель, новая декорация, уникальные гости. Будем ждать новые события. Будем ждать. Событий нам крайне не хватает. И найм помощников! Класс! Конечно же, покупаем. Новое задание нам там уже пришлепали какое-то. Вроде бы дом стал длиннее, да? Таверна наша стала длиннее. Подайте снова L30 и подайте вино 30. Ну-ка. Ну да, значительно длиннее стало. Ты глянь, вот сколько пространства. Не зря я сейчас мебель прикупил. Будем расширяться. И здесь то же самое, да? Ага, вот тоже. Тоже можно увеличить. А там, в VIP-зале что у нас? Тут, конечно, все красиво. Бочка висит, можно прям... Ой, а что тут краник как-то прозрачный какой-то оно? Можно так ставить под бочкой, открыть рот, и вино будет изливаться прямо в глотку. Вроде бы как, да, побольше... Нет, помещение такое же осталось. Ничего здесь не увеличилось. Абсолютно такое же. Для бедных простор, для богатых теснота. Возвращаемся к нашим книжкам, чтобы сделать еще кое-какие улучшения. Новый поднос. Теперь у меня их будет 3. Видимо, отрастет еще 3-я рука, и я буду еще больше разносить заказов. Покупаем 3-ю руку. Фея-помощник обязательно. Плюс 2 феи-помощницы. И новая профессия для феи. Бармен! Наконец-то! Я надеюсь, что она будет разливать эль. Очень здорово. Наконец-то. Я спал и видел, когда же это произойдет. Дальше. Мойка. Улучшение рабочего места. Пойдем посмотрим, насколько круче оно стало. Мойку мы улучшили, но оно как было, так и осталось. Я сейчас сам попробую помыть посуду, может что-то тут... Да нет, в принципе. По вымытью все осталось то же самое. Ничего не изменилось. Я думал, хотя бы металлический тазик у нас появится. Ну, как в деревянном мыле, так и мы. А вот и 2 новых домика фей. Ничего себе, у них тут двухэтажные. Прикольно, тут из бочки Эли вообще. Посмотрим, что по профессиям. Ну, во-первых, надо корма сюда подкинуть обязательно. У них, кстати, уровень профессии еще есть. Ничего себе, я даже и не знал. То есть Лилия у нас отличная посудомойка, она очень быстро моет. Роза официантка, ромашка официантка, фиалка официантка. Азалия бездельничает, надо назначить ей работу. Ты у нас будешь барменшей, давай. Колокольчик тоже дрыхнет. Кстати, смотри, что написано. Чем выше навык, тем эффективнее фея работает и медленнее устает. Навык больше 5 уровня будет постоянно забываться, если она меняет работу. То есть лучше феи не перекидывать с одного на другое рабочее место. Так, барменша. Она где барменша-то? Я работу бармена назначу. А что все здесь зависли-то, ребят? Вам что, делать нечего, что ли? Еда есть, люди здесь. Эй, чё все прилипли-то к стенке своей? Работать, быстро работать. Назначил колокольчика тоже барменом. И вроде бы феи как зашевелились. Так, Эль, кто-нибудь будет разливать? Я жду, когда начнется этот процесс. Да-да-да, смотри, она наливает.
Красота! Обалдеть! Добби свободен! Теперь я могу уволиться вообще с должности руководителя и пойти утопиться где-нибудь в болоте Шрека. Ребят, мы закрываемся, местов нету, уходите. Хотя, давай скажем, подождите немного и закроемся. Я очень злой. Все, они ушли, они не будут ждать. Короче, мы закрываемся, потому что время уже почти 12 часов. Нам нужно тут перестановку кардинальную делать. Мебель, кстати, пойдем посмотрим, что по мебели там у нас. Мебель, мебель, мебель. Покажите. Значит, вот еще два столика подбавилось. На двоих покупаем. Железный стол на четверых. Железный стол на шестерых. Деревянной мебели у нас тут нету. Есть дорогая мебель. О, дорогая на четверых, конечно же, покупаем. Доставочка. Пока я тут таскаю воду, значит, мои бармены тут справляются на ура. Эль наливается прямо вообще на лету. Но единственный минус, что мои клиенты получают обычный эль. Не перфекта, а просто хорошая, без пенки. Ну вот, можно заценить, как я налил с пеночкой и как они разливают. Ну как бы ничего, может опыта поднаберутся, потом будут нормально ли. Хотя я сомневаюсь, конечно, но посмотрим. Еще я подумал, пока рубил дрова для варки супа, что, наверное, все-таки стоит кухарку вернуть обратно, которая раньше готовила у меня на кухне. Прямо что-то я подустал от всего этого. И тогда мне останется рубить дрова и таскать воду. И на этом мои полномочия будут заканчиваться. Ну вот и обслужили мы всех. А нет, еще не обслужили. Короче, тут пару клиентов осталось, ну как, даже несколько. Один нормальный и полтора дохленьких вот этих вот. Надо их выкинуть отсюда. Фоточку на память. Октоберфест семье. Вертуха как он. Ну, нет, давай мы тебя нормально положим. Переворачивайся. Переворачивайся, чтобы тебе мягко было спать. Вот. Фоточка на память. И на доску почета. О, да у нас тут трио оказывается. Ничего себе. Ничего себе, ребята. Вот вы попали, конечно. Да, это, конечно, печальный опыт у вас. А что, что это там торчит? А, это, фу, это колено. Это колено. Все, я пошел отсюда, чтоб развидеть. Все закрыто, и теперь я наконец-то могу насладиться перестановкой мебели. Но прежде хочу попробовать свою тройную руку. Третий поднос. Вот он, третий поднос. Ничего себе. Как летающие тарелки. Забавно это все. Выставляем и... Надо... Ну ладно. Будет в кармашке у меня супец. И начинаем перестановку мебели. А, кстати, подожди. Прежде чем это все начать, еще же нам нужно посмотреть, что по украшениям. Украшения какие добавились. Вот. Сюда. Подзорная труба покупаем. Это покупаем. Часы класс. Вот это тоже рыба нам не нужна. У нас есть рыба. Мы ее стырили, по-моему, у Шрека. Зеркало давай поставим. Пусть будет зеркало. Вот это тоже возьмем. Короче, я столько всего поназаказал, что как бы больше и не могу заказать. Место переполнено. А еще знаешь что? Где ножик-то? Ножик сперли. Здесь кто-то сидел на ножике и его сперли. Крендель остался, а ножа нету. Черт возьми. А, нет, вот он лежит. Короче, кто-то на него, видимо, неудачно сел. Резко встал. Поорал, вынул нож. Вот тут даже следы остались от мест преступления. Ну, ладно, хорошо. В этот раз мы его вот так вот положим. Как я пропустил этот момент? Ну, тут, кстати, сидели ребята. Сидели, точно. Я понял, как он упал. Здесь же алканавт сидел, которого я выкинул. Вот сюда, возможно, это он. Но, ну, вот тут немножко следы крови. Может быть, это даже его. Ладно, сейчас это не важно. Важно то, что приехала мебель. Еще одна мебель. Еще одна партия мебели. И я приступаю. Приступаю к перестановочке. Знаешь, что я сейчас подумал? А что если? Забаррикадировать проход. А, тут красным горит. Не получится забаррикадировать проход. Черт. Только если декоративными какими-то элементами, но... Эти декоративные элементы, они очень легко пинаются. Конечно же, мы попробуем этот вариант. Но это все, конечно же, смешно просто. Можно, кстати, бочку попробовать туда заткнуть. Точно, бочки, елки-палки, это же прям мощь. Это танки. К-
которые не позволят алкашам пройти сюда. Надо бочек еще заказать. Бочки, бочечки мои. Идите-ка сюда. И я думаю, что после расставления этих бочек можно открывать. Ребята такие подошли, посмотрели. Что-то какая-то дичь там происходит. Не, лучше я пойду обратно. И правильно делаете, правильно мыслите. Вот бочка еще одна. Я ее прямо вот сверху вот так вот. Вот эту бочку прямо так вот. Я-то здесь спокойно вообще могу ходить. Но вот что будет с нашими посетителями, мы сейчас узнаем. Не, ну это, конечно, мощно. Такая баррикада. О, о, о. Первый клиент идет. Сейчас посмотрим, пройдет он или нет. Ну-ка, 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 ну-ка. Он просто сквозь их не... Еще и хочет на хлебушек сесть. О, еще партия идет. Еще партия людей. Но они тоже просто пройдут. О, смотри, смотри. Что-то подвинули. Уже что-то подвинули. Ну, короче, понятно все с вами. Все ясно. Их ничто не остановит. Они как зомбари. В таком случае мы снова закрываем нашу таверну, раз это не помогло. И делаем вот так вот. Tower Defense таверны. Не пустить посетителей напиться. Отличный лозунг. Ну что, как раз идет главный алкаш Октоберфестовец. Мы вот здесь вот еще глобус поставим крутящийся. Ты хочешь выйти? Нет! Они вышли и сломали! Сломали мою баррикаду! О, черт! О, черт! Так, я не впущу никого сюда. О, бармен фей здесь тоже разливает винишку. Молодцы, молодцы. Это хорошо. Не зря я их двух сделал. Только вот странно, что обе они здесь. Нет бы вот тут разливать, да, там, вон, чуваки ждут. А вы вот здесь. А чего вы здесь-то реально третесь? Свалите отсюда, эй. Вас там ждут. Короче, меня не устраивает, что у нас эти два бармена, они там прохлаждаются, поэтому колокольчик у меня будет теперь поваром. Повар! Ха! Я для него даже дрова нарублю, чтобы печь разжечь. О, колокольчик тут уже супец варит. Молодчик. Я здесь ему помогу, у меня всего лишь нужно отбивную пожарить. Она уже приготовлена в целом-то. Нарезана, отбита. А я дожарю. Так, 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 таверну-то же надо закрыть. Сейчас я, конечно, посмотрю, никто здесь не... Ну, бочки тут двигают, конечно, он идет. А, надо вот эту бочку покрупнее поставить вот сюда. Они почему-то через этот край все прутся. Не знаю, почему им этот край нравится так безумно. Типа вот. О-о-о-о-о-о. Нифига себе, они раздолбали тут все. Вандалы. Я, короче, решил укрепить эту сторону прямо конкретно вот так вот. Учитывая, что все как-то сюда заходят. Сейчас вот, о, как раз к нам идут. Давайте, 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 давайте. Идите, идите, идите. Идите. Посмотрим, как они пройдут сюда. Ну-ка. Нифига себе, они машины мощные. Три бочки толкнули просто и все. Ты тоже здесь выйти? О, алкаш, посмотрим, как алкаш пройдет. Ну, это реально машина, вроде. На расслабоне. На изи прошел. Ладно, я понял, что это бредятина полная. Приберусь тогда здесь. Буду закрываться и наконец-таки начну не страдать фигней, а расстановкой мебели. А то слишком это все подзатянулось. Закрываемся на вечерочку, уборочку. А если убрать стол прямо... А, нет, стол уже занят, его нельзя убрать. Эх, жалко, было бы прикольно поржать над этими чуваками-алкашами, который сидит и распивает эль, и моментально из-под них исчезает стол со стульями. Кстати, вот смотри, он на крендале сидит, на крендале. Ну, ему как бы что, ему нормально. Наверное, мягонько. Так, а если я ножик вот, вот так вот? Вот так вот прям подсуну. Он все равно уже пьяный. О! Ужас! Ужас какой! Он сидит прямо
прямо на нем. Ну вот, типа такая картина должна выглядеть, когда они садятся. А, стой, подожди, а если... Вот. А, под него, смотри. Он как бы адекватный, да, и под него не подсунуть. А под алкаша, пожалуйста, без проблем вообще, можно. Вот так, хопа, и все. Так, а вот тут вот где крендель? А, ну крендель выпадает тогда. Вот это отрыжка. Чуваки, ну вы даете, конечно. Ладно, это тут пока пускай сидит. А ты пошли со мной. Пошли. Освежись. Ну, короче, я убрался. Я все здесь убрал. Смотри, какая чистота. Как приятно, когда нет здесь столов. Столько места. Ах ты алкаш, а? Я только тут все подметал. В общем, уютно так. Обалденно, да, по сравнению с тем, что было, с чего мы начинали. Мы огромные молодцы. И знаешь, что я подумал? Я подумал, что вначале я хочу открыть и провести небольшой эксперимент. А во-вторых, я подумал, что это будет не последняя серия. Будет еще следующая серия, вот она будет последняя. Значит, эксперимент. Я хочу сюда поставить как минимум вот шлем. Сюда я поставлю сейчас свечи. Вот. Просто посмотреть, как будут садиться на разные вещи алкаши. Кактус, почему бы нет. И кубок. Давай, давай. Меч, кстати. Ну нет, меч это слишком уж будет. О, как раз народец идет. Надеюсь, что кто-нибудь из них зайдет. Вот эти прошли мимо, засранцы. Ну что, настойку-то, за стойку. Вот, ништя. Барышня, приходите, выбирайте стул, на что вы сядете. Садитесь. О-о-о. Смотрите, не сгорите, барышня. Вот это да. Смотри, что она сделала. Она просто его подвинула в сторонку, когда колбасу в руки взяла. Ладно. Вы выиграли. Этот подсвечник ваш. Оу, сразу два. И вон те еще, барышни, зайдете ко мне? Че тетки по ночам ходят без мужиков? А, нет, они хотят два стула. И эти, наверное... А, нет, эти мимо прошли. Не, два стула нету, ребят. Два стула нет, только за стойку. Не, ну в принципе, сейчас я поставлю вам стол на шестерых, и можно сюда тоже что-нибудь разложить. Вот, например, кактус. Кубок. Гоблин. Кто-нибудь в гоблина захочет сесть? Песочные часы. Давай еще один подсвечник. И бочка. Кто-нибудь в бочку сядет вообще? Ну-ка. Ну че вы, блин, заходите, там стол на шестерых есть свободно вообще. О, ребята идут, ништяк. Сейчас посмотрим, кто в этой игре окажется сильнейшим. Проходите. Гоблин уже паникует, качается. Он понимает, что сейчас кто-то на него сядет своим пердаком. Ребята зашли, на кактус сели, на гоблина сели. Ну, тебе повезло, что бочком и девушка в бочке сидят. Чувак возле подсвечника, как бы у него горит. Сейчас посмотрим, как они будут трапезничать. Фея уже на подлете. Опасная кухня. Так. В целом все едят. Бочка полетела нафиг. Мужику ничего не мешает, волосы у него не горят, но в целом, как бы, почему бы и нет. Суп подогревается заодно от свечи. А эта барышня сидит, потому что она ждет свой эль. Че ей эль-то не принесут? Ладно, так уж и быть. Я ей подам. Девушка, держите. Ну-ка. Кактус из вас выйдет, нет? За ваш кактус, она сказала. Тост и... Нет, кактус у нее не вышел. Сегодня с утра кактус у нее не вышел. Так же, как и черепаха. Понятно. Ну что ж, на сегодня мы будем закругляться. Пускай эти товарищи трапезничают. У них, видимо, все хорошо. А в следующий раз мы будем заниматься расстановкой мебели и украшательством нашей таверны. Ну и, конечно же, попробуем добраться до улучшения 9 уровня. Тут также пишут, что какие-то новые события, уникальные гости. Но в 8 уровне таверны то же самое было. Но никаких уникальных событий и... новых уникальных гостей у меня не было. Надеюсь, что в следующий раз мы увидим это.
Поэтому не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить, и тогда мы вновь увидимся с тобой в ролике. Так что до встречи!